Очередная серия. Сегодня у нас 10 с утра было. Да, 10 у нас было с утреца. Температура. Так, 31 числа у нас выклев осетринки. Роятся. Ну, роятся, конечно, так, в разбег. Но в любом случае ровненько, красивенько. Тут у нас дополнительно уже еще партеечка лупится. Осетринки только сегодня начали выклевываться, я не помню. Закладка была в среду, по-моему. Сегодня понедельник, по цифрам ничего не скажу. Бо сам не помню. Ну, только начало, в 6 утра начался выклев. Поэтому вот мы потихонечку навалились. Выклев только начался. Пойдем поглядим, что у нас с предыдущим. Это тоже все осетрина. Опять фонарь не накрытый. Враги. Стерлядка. Это она у нас 30-го выклевывалась. Переводим на кормление потихонечку. Декапсулированная артемия. И стартовка Коппинс 0203. Сейчас попробуем, если моя чудо-камера все это заснимет, то мы, возможно, ну вот видно, что пытается. Не знаю, как это. По-моему, некоторые еще с пробками, или мне так кажется. Через телефон плохо вижу. Да, есть еще с пробками, но основная часть уже перешла на кормление. Основная перешла. Ну и вот кормление у нас каждый час. Ой, каждые полчаса, по-моему, даже я. Честно говоря, сейчас на линиях могу врать маленечко. Эту ванну надо рассадить, ее тут маленько многовато. Но видно, что едят. И по большому счету кормление только вот сегодня начнется. Да, они еще вот с пробками. Видно, что с пробками. Еще с пробочками. Но, ну да, эту ванну надо рассаживать. Вот они вот. Чем хороша декапсулированная артемия? Постоянно стационарный корм. Ну и тут дальше осетрики у нас опять. Осетра. Ай, не упал. Но эти-то с пробками, тут даже к бабке не ходи. Сейчас я... Набралось мало, но они с пробками. Эти еще с пробками. Ну, естественно, они еще из роя не вывалились. Такая красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. У кого-то видно декапсулят. Уже так в основном.
Еще пусто, по большому счету, в желудках. Да, вот, частично видно. Артемию сразу видно, как фонарики. Один носится. Ладненько. Как-то так.